If you would read verses 1, 2, and 3, chapter 2. Глава 2. «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Okay, the locust plague has occurred. Итак, нашествие саранчи — это уже свершившийся факт. And now it's time for the people of God to respond. А теперь народ Божий должен на это как-то отреагировать. So there's going to be the blowing of a trumpet. И первый стих говорит: трубите трубою. It is a call to be alert and awake. Это призыв трезвиться и бодрствовать. To be attentive to God. И быть внимательным к действию Божьему. Now there's an image in verse 2 of darkness and gloom. Во втором стихе нам рисуется образ тьмы и мрака. And this makes us think of the plagues against Egypt. И это заставляет нас вспомнить о казнях против Египта. And just as darkness and plague and night came upon Egypt suddenly. И так же, как тьма объяла Египет очень внезапно, so the darkness of the day of the Lord will be very sudden and very widespread. Так же и тьма дня Господня будет внезапно и повсеместно. Now this is one more comment about the locust plague in verse 3. В третьем стихе дается еще один комментарий по поводу нашествия саранчи. Before the locusts came, everything in Judah was like the Garden of Eden. До этого нашествия все в Иуде было подобно саду Эдемскому. Lush and green and bountiful harvests. Сочная трава, плодородие и обильные урожаи. When they leave, it's nothing but a barren wilderness. Но за собой саранча оставляет лишь пустоту, пустыню. Now, from this point forward, с этого момента и далее, it'll be very difficult to tell if Joel has in mind a locust plague or a military invasion. Уже будет трудно сказать, о чем сейчас конкретно говорит Иоиль, о вражеском вторжении или о нашествии саранчи. Because many of the things he says could be applied to either one. Потому что то, что он говорит, можно отнести и к одному, и к другому. And we should keep in the back of our minds that after the locust plague comes, Babylon will attack the southern kingdom of Judah. И нам всегда нужно помнить о том, что после нашествия саранчи вавилоняне придут и разрушат Иуду. So it's possible to hear about the locusts and think Babylon. Поэтому вполне возможно, что когда мы будем читать о нашествии саранчи, мы будем одновременно думать о вавилонянах. So as you listen to verses 4 through 11, поэтому, когда мы будем читать стихи с 4 по 11, try to keep the image of both the locusts and the military might of Babylon in mind. Попытайтесь как-то наложить, совместить два образа, образа саранчи и образа вражеских армий. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой, не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своей стезею, и падают на копья, но остаются невредимы, бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается земля, колеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Verse 4. The appearance of locusts is like horses. В четвертом стихе появление полчищ как вид коней сравнивается с видом коней. And in some foreign languages, like Italian or German, locusts are referred to by the term of little horses. И в некоторых иностранных языках, например, в итальянском и немецком языках, слово саранча может быть дословно переведено как маленькая лошадь или сенная лошадь в немецком языке, например. Terror breaks out on the part of people who watch the locusts coming toward them. И люди, которые видят вторжение вот этих полчищ, исполняются ужасным страхом. As we read in verse 10, they can be so thick that they actually blot out the sun.
В 10 стихе мы читаем о том, что эти полчища настолько многочисленны, что солнце и луна помрачатся. And their approach is very much like a military army. И это вторжение похоже на вторжение вражеской армии. You look at verses 7 and 8 and you see the discipline of an army. They stay in rows. В 7 и 8 стихе мы видим, прослеживается мысль об организованности этой армии. And I've read articles in various magazines and books about locusts. В разных журналах и книгах я читал различные статьи о саранче. And it's a very accurate description of the attack of a locust army. На самом деле, это очень точное описание вторжения саранчи. But of course, this is also very similar to the attack of a true military force. Ну, конечно же, мы можем опять сказать, что это очень и очень отражает вторжение организованной армии людей. The setting is that Israel or Judah has now experienced the devastation of the locust plague. Итак, мы с вами, возвращаясь к историческому фону, скажем, что на Иуду уже постигло нашествие саранчи. And now the time has come for Israel to decide how will we respond. А теперь Израилю настал момент решать, как мы будем реагировать на это, что мы будем делать. Will we shake our fists in God's face? Будем ли мы сотрясать кулаками перед лицом Божьим? Will we turn to him in repentance? Или же мы будем обращаться к нему в покаянии? And here they are urged to that second response, repentance. И здесь далее мы читаем о призыве народа Божьего прореагировать именно покаянием. Verses 12 through 14. С 12 по 14 стихи мы об этом читаем. «Но ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначите пост и объявите торжественное собрание. God is calling his people to return not just with the outward show. Бог призывает свой народ обратиться не внешне, не только внешне, соблюдая какие-то внешние ритуалы. It is possible to come to God just going through the motions. Вполне возможно приходить к Богу, совершать какие-то действия. In our own day, that might be going to church. Сегодня этот формализм поклонения может заключаться в простом посещении церкви, например. And doing things that Christians do. И выполнение каких-то дел, которые характеризуют христиан. But not really having our hearts in it. Но на самом деле не искренне служа в этом во всем Богу. That was possible in the days of Joel as well. И как возможно это сегодня, так это было возможно и во дни Иоиля. And he's not concerned with the outward show, he's concerned with the inward reality. А Бога на самом деле волнуют не какие-то внешние атрибуты, а именно сердце. That's what he means by rend your heart, not your garments. Именно поэтому он и говорит: раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. And as you listen to the words of verse 13. И когда мы читаем 13 стих, did you think about anything we have seen in the minor prophets to this point? Вам это что-нибудь напоминает из других малых пророков, которых мы уже прошли? Do those words sound familiar? Что-нибудь? Hosea. Hosea, very good, of returning Hosea, to the Lord. Да, возвратитесь к Богу. Anything else? Еще что-нибудь? Have you heard something similar like that in the book of Jonah? А у Ионы такое мы читали? Да. Но у Осии он там говорит о формализме. Hosea talks about formalism, formality. Yes, he does. Yes, he does. So it's good when we can relate the books to each other. So Hosea definitely has this idea. Очень здорово, что мы можем теперь соотносить мысли, выраженные в одной книге, с мыслями, выраженными в другом книге. Например, формализм поклонения здесь и у Осии. But I also see something here from Jonah. Но здесь я также вижу параллели с книгой Ионы. When the king of Nineveh. Когда царь Ниневии was on the ash heap and throwing dust on his head. Сидел на пепле и посыпал голову пеплом. Помните? Didn't he say something very similar? Он разве говорил не что-то очень подобное? Who knows? Maybe God will relent and show us mercy. Кто знает, не жалится ли он над нами? So I think there's some of the same thought here. Поэтому мне кажется, здесь выражена примерно та же мысль, что выражена в книге Ионы. And the thought is, especially in verse 14. И мысль, которая в 14 стихе прослеживается. That if the people of God will return to the Lord. Что если люди, народ Божий, возвратятся к Богу. Then God will again make it possible for them to offer sacrifice. То Бог, возможно, опять сделает возможным для них приносить хлебное приношение. Remember, because of the locust plague.
Вы помните о том, что в результате нашествия саранчи not only did they not have food, у них не только не было еды, пищи, but they couldn't worship. Но и поклоняться они не могли так, как следовало. And God says, I will make it possible for you to express your worship. А Бог говорит, если вы обратитесь ко мне, то я дам вам возможность поклоняться так, как я установил. That's a similar thought to what we find in 2 Corinthians chapters 8 and 9 in the New Testament. Примерно та же самая мысль выражена в Новом Завете, во втором послании к Коринфянам, главах 8 и 9. Where Paul says that God is able to make all grace abound to you. А когда Павел говорит, что у Бога на всех хватит благодати. So that always having all sufficiency in everything. А чтобы у вас не было недостатка ни в чем. You may have an abundance for every good deed. Что на каждое доброе дело у вас будет достаточно благодати. И так же, как и здесь, во времена Иоиля, Бог может дать все необходимое для того, чтобы они могли поклоняться Ему как следует. Now, verses 15 through 17. Далее читаем стихи с 15 по 17. «Вострубите трубою на Сионе, назначите пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ твой, не предай наследия твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их?» All right, here again is the trumpet is blowing, calling the people to come together. И здесь опять-таки говорится, вострубите трубою, созовите общее собрание. If the people would repent, then God would come to them in compassion. А если люди покаятся, то Бог проявит к ним свою милость. And he would relent from further calamity happening. И отвратит дальнейшее бедствие и ненастье. So everybody is to come to this solemn assembly. Обратите внимание, созовите собрание всех, пусть придут все. No exceptions. Без исключения. Very often, when there were solemn assemblies, the men would be called. Часто, когда народе израильском созывали на собрание, приходили мужчины. Or maybe just the adults. Или просто взрослые люди. But notice here, it's здесь обратите внимание. Children and nursing infants as well. Идет призыв пригласить и старцев, и отроков, и грудных младенцев. Even those who have just been recently married. Даже тех, кто недавно поженился, новобрачно. They are to return from their honeymoon early. Они должны, так сказать, закончить свой медовый месяц раньше. Everyone in Israel is to seek the Lord on this. Все в народе израильском должны собраться вместе и искать Бога. And the priests are to lead the way. А священники должны вести их в этом. All right, verses 18 through 20. И тогда возревнует Господь о земле своей, пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам, и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную пустую, переднее полчище его море восточное, а заднее море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. All right. Now, notice how there is a transition from calling people to repentance to hear what God is going to do. Обратите внимание здесь на переход от призыва народа к покаянию к описанию действий Бога. So what we would assume is that the people have actually returned. Здесь следует предположить, что люди на самом деле вернулись к Богу. They did it. They turned from the heart back to the Lord. Обратились к нему от всего сердца искренне. And God is going to have pity on his people now. И Бог теперь помилует народ свой. He's going to send them all the food that they need. И пошлет им всю необходимую пищу. And notice what happens to the locust plague in verse 20. И смотрите, что в 20 стихе говорится относительно нашествия саранчи. He's going to drive them away from the land of Judah. Он удалит их из земли Иудины. Now, what do you think is the reference to the Eastern Sea from the perspective of Judah? Как вы думаете, с точки зрения Иуды, Восточное море — это что? На восток. Ну вот, если посмотреть, где располагалась Иуда, Восточное море, на востоке какое там море? What body of water is located directly to the east of Judah? Прямо к востоку от Иуды.
Ah, good. Look at your maps. Очень здорово. У кого есть карты, посмотрите на карте. На западе было. The Dead Sea. Exactly, exactly. Absolutely. If this is the land of Judah, then right over here is the Dead Sea. Мертвое море. Смотрите, здесь находится Иуда на этой территории, а вот здесь Мертвое море, прямо к востоку. And then we have reference to the Western Sea. А дальше Западное море. Море Западное это что? And what is the Western Sea? Средиземное. Mediterranean. Mediterranean. Средиземное, верно. And then says that they will go to a desolate land. А дальше написано: изгоню в землю безводную и пустую. What do you think might be the desolate land? Как вы думаете, территориально, что это за земля? Египет. Egypt, possibly Egypt or maybe even Arabia. А возможно, Египет или даже Аравия. But somewhere far away from the land of Judah. Но далеко от земли Иудины. What is interesting is that as people have studied locust plagues. Интересно, что те, кто изучал в подробностях нашествие саранчи, sometimes for inexplicable reasons, the locusts will leave an area where they're devastating and just go away. Отмечают, что иногда по непонятным причинам саранча уходит с территории, на которую она пришла и которую она опустошает, и поворачивает. And they are going to leave Judah. Вот таким же образом они оставят и землю Иудину. But the reason is God is sending them away. Но мы читаем о том, что это все сделает Бог. Бог изгонит их. The devastation has been horrible. Опустошение произошло катастрофических масштабов. But God's people have repented. Но Божий народ покаялся, обратился к Богу своему. And now the locusts are gone. И теперь саранчу изгонят из земли. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, that's the end of the first major section of the book of Joel. На этом заканчивается первый главный раздел книги пророка Иоиля. Are there any questions you have to this point? Есть какие-то вопросы или комментарии? Ну вот мы тут обсуждали, как бы все книги этих малых пророков сводятся к тому, что какое-то приходит бедствие на Израиль, и народ кается, как бы Бог их милует. Опять бедствие, опять народ кается, опять Бог их милует. Вот. И насколько вообще можно считать это искреннее раскаяние, да, если оно происходит только после того, как хорошо стукнут чем-нибудь. Well, in the books of the minor prophets, we always read about the events when something, when some calamity comes to God's people, and they turn to the Lord as a result of that calamity. They repent, and God has mercy on them. And that repeats. It's like a cycle. It repeats all over again. Mm-hmm. How sincere is their repentance then, if shortly after they sin again? Какое-то вот чувство неудовлетворения остается в результате прочтения этих книг. People only turn to God as a result of a great calamity, and their repentance is not quite so. It's not long-lasting, and therefore we wonder, is it sincere? Получается, что покаяние носит такой непродолжительный характер, и возникает вопрос, насколько оно искреннее. I very much understand your concern. Я очень понимаю вот такое чувство, которое вы испытываете. Sadly, that's the record of the history of human beings. К сожалению, это вообще история человечества таким делом характеризуется. Think about what happened in the period of the judges. Вот смотрите, что происходит в книге Судей, например. And even in the time of Jesus. Тот же самый цикл, и даже во времена Иисуса Христа. People followed him as long as he was giving them food and performing miracles. Люди ходили за ним, доколе он совершал чудеса и насыщал их. And I think this may be one of the indications that things are different now in the era of the Holy Spirit. И мне кажется, это одно из указаний, что сейчас, когда нам дан Дух Святой, все меняется. People under the old covenant did the best they could. Люди в Ветхом Завете делали все, что могли. And they would return to the Lord over and over and over again. И постоянно возвращались к Господу в
определенных обстоятельствах. But now the Holy Spirit is within us. А сейчас Дух Святой живет в нас. And God's word has been written on our hearts, not on tablets of stone. И слова Бога записаны теперь на скрижалях сердца нашего, а не на каменных скрижалях. So we today can return to the Lord in a more permanent way. Так что сегодня мы можем обращаться к Господу более постоянно. But in answer to your question, но отвечая на ваш вопрос, I believe that they were sincere in their returning. Мне кажется, они были искренни в своем обращении. And they simply forgot. Они просто очень быстро забывали. And fell away again. И опять отпадали. Спасибо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.